Всем привет! Сейчас я вам расскажу про небольшой посылочку, небольшой заказик, который я смогла купить из-за того, что я купила предыдущий заказ, ролик, который вы уже посмотрели. Тот, кто не смотрел, можете перейти по ссылке выше и посмотреть. То есть, если бы я не купила тот большой набор, то этот набор бы мне стоил намного дороже. А также сюда входят подарочки, которые мне дали за покупку. То есть, я это совместила. В наборе шла вот такая вот милая брошюрка. Рассказывает про новые технологии, включая вот этот 72-часовой крем. Очищение. Разные виды увлажнения. Также вот крем с витамином С. Помадки с первого взгляда. Любовь с первого взгляда. Мейкапы и консилеры. Цены не указаны, только рассказывается. Какие виды помадок. Туши, румяна. И ароматы. Такая красота. Также здесь шла вот такая вот открыточка про этот новый гель, увлажняющий гель для лица. Очень жалко, что они не положили пробничек именно этого геля. С удовольствием бы попробовала. Вот этот вот наборчик мне вышел буквально за копейки, за то, что я купила тот предыдущий большой набор. Этот набор для очищения лица. И в него входят три продукта. Первый продукт — это шайба Take the Day Off Cleansing Balm. То есть это вот такой вот текстурный гель, мазь, я даже не знаю, как это называть, для лица. То есть вы немножко мочите лицо, наносите это поверх лица, и оно должно растворять косметику. Очень хорошо. Кстати говоря, одну такую баночку я заказала с Украины, так как у нас это стоило очень дорого. А сейчас, когда я уже заказала, то получилось, что здесь я купила, можно сказать, за очень выгодную цену. И здесь у меня 15 мл. А также вот такая вот умывалочка. Да, пенящаяся умывалка мусс. И здесь идет 50 мл. То есть вот такой вот дуэт. Сначала растворяем косметику и смываем ее, и потом смываем все это вместе с этим. И также здесь вот так в таком миленьком пакетике шла повязка на голову белого цвета. То есть когда мы умываем, смываем косметику или делаем масочки, будем одевать вот такую полосочку. Кстати говоря, очень плотненькая, приятненькая, очень красивая. Вот, в следующий раз, когда буду делать маски, постараюсь делать ее в этой повязке. Ну, а теперь переходим к подаркам. Получила вот такой вот пробник увлажняющего концентрат на пробу. Здесь у нас всего 1 мл. Попробую, расскажу вам обязательно в своих пустых баночках. А также в подарок я получила вот такой лосьон. Это вторая ступень. В предыдущей посылке вы видели третью ступень, увлажняющий крем. И это первая ступень. И вторая ступень. И первая ступень, конечно, это очищение. Также я получила вот такую вот еще одну повязку на голову. Кстати говоря, я ее не видела при заказе. Наверное, это просто был уже подарок от них. Clinique Fresh Moment. Кстати, они, говоря, предлагают одеть эту повязку и отправить фотографию с хэштегом Fresh Moment Clinique Israel. Она сделана с очень-очень мягкой ткани. Это как полотенечко, он даже, по-моему, мягче. Здесь вот такая вот липучка. То есть каждый делает под размер своей головы. Чуть меньше, чуть больше можно сделать. И опять же можно сделать, вот как они здесь показывают, да, под волосы и с названием «Вперед». Опять же, не пробовала еще, померяю, обязательно вам продемонстрирую. Ну и на десерт. В подарок за весь этот заказ я получила полноразмерную помаду в коллаборации вот с этим Маримека для Clinique. К сожалению, было очень тяжело выбрать цвет. Здесь 3.8 грамма, по компьютеру вообще было непонятно. И у меня попалась помадка в номере 04 Beige Pop. Можно было выбирать. Я старалась выбрать в пыльном
розе. Но вот это то, что у меня получилось. Вот такой вот милый футлярчик. Такой вот миленький футлярчик. Это все пластмасса. Но тем не менее очень приятная. Смотрите, какая красота. Мне все время хочется понюхать эти помады. Я настолько привыкла. Но в фирме Клиник нету запахов. И вот так вот она выглядит. Очень красивый цвет. Мне кажется, это как губы, только чуть лучше. Смотрите, в помаде она выглядит более бежевая, а тут она выходит бежево-розоватая. Очень красивый цвет. С удовольствием буду носить. Попробую обязательно, как она будет выглядеть на губах. И поделюсь с вами в моем проекте «Помада в день». Я так обрадовалась помаде полноразмерной, что чуть не забыла про тушь от Клиник. Chubby Lash Fattening Mascara. Маскара, которая, тушь, которая увеличивает ваши ресницы. В номере 01 Jumbo Jet. Вот так она выглядит. Сейчас мы посмотрим, как выглядит сама тушь. Очень красиво. Вот такого вот у меня еще, по-моему, не было. Ух ты! Смотрите. Силиконовая кисточка, достаточно длинненькая. Вот интересно будет ее попробовать. Опять же, все расскажу вам в моем проекте. На этом мой небольшой заказик от фирмы Клиник закончился. Очень классные продукты. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы заказывать что-то с сайта Клиник? Получали ли вы такие приятные бонусы, как тушь, полноразмерная помада, лосьон для лица, пробнички кремов.